варварский теракт, ему невозможно дать оценку в каких-то человеческих понятиях, это невозможно осознать. Все причастные, конечно же, понесут наказание, но мы понимаем, что огромное количество людей уже не вернут, людей, которые пришли просто отдохнуть, хорошо провести время, пришли с семьями, с детьми. Я выражаю глубочайшие соболезнования всем близким пострадавших, всем пострадавшим. Сейчас я знаю, что приняты все необходимые меры, оказывается медицинская помощь, оказывается вся необходимая помощь, которую вообще требуется. Мы сейчас тоже со своей стороны смотрим, отслеживаем, есть ли пострадавшие из Рязани, из Рязанской области. И тоже все необходимые действия, которые требуются, обязательно проведем. Всю помощь окажем, любую, какая только не потребуется. С утра провели оперативный штаб со всеми руководителями силовых структур, со всеми ответственными руководителями органов власти. Принят ряд решений. На самом деле мы, конечно же, на связи были буквально с первых минут после проведения теракта. Еще вчера был принят ряд решений по усилению мер безопасности, по отмене ряда массовых мероприятий. Сегодня мы еще раз эти решения проговорили. В связи с прошедшими событиями мы отменяем в эти выходные все увеселительные мероприятия. Мы просим всех в эти выходные провести время с близкими, с семьями, по возможности отменить такие вот увеселительные мероприятия, праздники и отложить их хотя бы на несколько дней.